Добрый день, с вами компания First Design и Дмитрий. Сегодня я вам покажу наш проект, который мы еще 3 года назад придумали, и сегодня его воплотили уже, наверное, в новом варианте. Все знают хорошо BMW X5 F15 с ксеноновой оптикой. А у этих машин внутренние фары, фальш-фары, здесь ничего не светится, то есть работают только ксеноновые фары. Еще 3 года назад, в 2015 году, мы доработали эти фары и стали сюда устанавливать светодиодные противотуманные фары. В первую очередь для внешнего вида, чтобы машина была четырехглазой, было интересно, но как бы все клиенты спрашивали еще дополнительно света. Да, то есть противотуманные фары добавляли света, но хотелось еще больше света. И все-таки 21 век, время бежит, все двигается, и мы наконец-то получили новые линзы. И мы наконец-то из этих фар сделали четырехфарную машину с полноценным светом, дальний и ближний. Ну, визуально я покажу, как это сейчас выглядит. То есть мы наблюдаем четырехфарную машину, полноценную, яркую и, более того, очень мощный свет, то, что вы увидите дальше. Поэтому не переключайтесь, смотрите дальше. Подробнее изучим материал. Итак, вот это вот фара, ксеноновая линза B-Xenon. Вот это была раньше фальш фара. Теперь здесь стоит светодиодная B-линза, то есть ближний и дальний. То есть визуально все это прям как настоящий BMW. Ну, теперь сейчас я вам покажу, как это BMW светит. На зависть всем. Я нарочно оставил включенным большой свет, чтобы была видна разница. Ксенон поднялся, светодиоды сверху. То есть ксеноновые фары родные чуть выше, потому что они с корректором, а светодиодные фары мы намеренно сделали пониже. Дальний свет стал теперь очень мощный. Еще раз покажу, как разница по фарам. Вот поднялся к всему. Для понимания света, вот сейчас я закрываю светодиодную линзу на левой фаре. Вот это... Осталось только светодиодную, я закрыл ксеноновую линзу, родную. Осталась светодиодная линза. Вот я закрыл светодиодную линзу, вот это осталось ксеноновая. Ну, как говорится, почувствуйте разницу. Закрыл ксеноновую, открыл ксеноновую, закрыл светодиодную. То есть, кроме визуального эффекта, мы еще получили великолепный свет у автомобиля. Обращайтесь к компании First Design.